Именно он делал трюки, которые никто до сих пор не мог повторить. Дань, у меня к тебе просьба. Давай мы сейчас с тобой соберемся, сконцентрируемся, и ты сделаешь один лучший трюк, на который ты способен сегодня, используя это оборудование. Мы можем что-то перевернуть, поставить иначе. Подумай. У тебя несколько минут, никакой суматохи, один лучший трюк. Итак, мы дадим несколько минут Дане, чтобы он приготовился. А пока что я хотел бы пригласить сюда 5-6 человек, которые не против, чтобы через них перепрыгнул Паша. Давайте, ложитесь вот здесь. Я ему, в принципе, доверяю, хотя сам не лягу. Хотя нет, я могу лечь в серединку. Девушка, вы уже были. Девушка любит риск. Как вас зовут? Инна. А чем вы занимаетесь в жизни? Я рискую. Рискует Инна. Так, ложимся прямо вот здесь, перпендикулярно линии. Инна. Эй. Инна в серединку, ребята по краям. Ложимся здесь, человек 5-6. С трамплина. Да вообще. Давайте, ложитесь вот здесь после трамплина. У нас еще несколько минут. Велошоу. Я напоминаю, чтобы все участники чемпионата по брейк-дансу зарегистрировались, когда регистрация происходит прямо здесь, прямо сейчас. И для того, чтобы найти вот эту папочку, мне пришлось залезть на этот бокс. О, у нас уже много участников.
Итак, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек. Ребята, прижимайтесь друг к другу. Прижмись к Инне. Ты тоже. Не-не-не, ребята, не так. Все туда подвиньтесь. Водичку убирай, убирай водичку. Выкидывай, она тебе не понадобится в ближайшие минуты. Еще туда, пока рано. Прижимайтесь друг к другу. Еще прижимайтесь. Вот так. Вы готовы? Вы не готовы? Я бы хотел зрителей попросить пошуметь для этого велоэкстрим-шоу. Потому что прямо здесь, прямо сейчас для вас реально пошли трюки. Я вас прошу, после каждого прыжка добавьте аплодисментов в этот клуб. Ребята, поехали! Отойдите отсюда все. Отсюда отойдите. Павел Юсов! Да, мне кажется, человек 10, он бы перепрыгнул, но сейчас не о том. На! Что ты об этом думаешь? Олег Гаврилов! Спасибо. Этот человек танкист не понаслышке. Хотя у него нет танка, но у него есть этот велосипед, который, ну, словно танк. В исполнении Павла Юсова. И я думаю, что Даня осмелится на свой лучший трюк после еще парочки прыжков. Олег Гаврилов! Это было нереально. Почему здесь так тихо? Это был Иксап! Олегу мало. Давайте еще сюда несколько человек. Есть желающие? Есть ли желающие? Ну давай. Смелые девушки у нас сегодня впереди всех. Ребята, вот вы вдвоем подвиньтесь, пустите девушку между вас. Я настаиваю. Сюда, пожалуйста. Есть ли ты еще? Ты ляжешь? Ты снимай, снимай. Ложись и снимай. Давай я сниму с одной, а ты снимешь с другой, когда ляжешь. Давай, я буду снимать отсюда. А парень ляжет последним и будет снимать. Только надо нам все спланировать. Так. А это буду снимать я. Ложитесь. Не надо. Ложитесь. Вот это вот отсюда убирайте сразу. Мячик здесь не нужен. И прижимайтесь друг к другу поближе. Прижимайтесь. Туда, поближе. Прям вплотную. Не надо. Вы готовы? Паша, ты готов? На счет три люди начнут шуметь. Когда люди начнут шуметь, Паша начинает разгоняться. Раз, два, три. Еще разок. Еще желающие есть? Ты хочешь? Прыгай. Есть еще желающие? Нет. Последний прыжок. Я иду. Желающих больше нет. И не надо. Давайте еще по одному разу. После этого Даня делает лучший трюк. И мы заканчиваем на этом шоу. Давайте, ребята.